الصلاة الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Всевышний Аллах в Коране говорит: بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Воистину мечети принадлежат Всевышнему Аллаху, поклоняйтесь одному Аллаху. Многие из нас, уважаемые братья, забывают об этике поведения во время пребывания в мечети. Мечети – дома Аллаха. Отправляющийся в мечеть идет к Всевышнему Аллаху. И, конечно, этот визит особенный. И когда мы идем в мечеть, мы являемся гостями Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха в хадисе говорит, саллаллаху алейхи ва саллям: если вы видите человека, привязанного к мечетям, который любит больше времени проводить в мечетях, свидетельствуйте, что у этого человека есть иман. Далее пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, читает аят, в котором Всевышний Аллах говорит: воистину мечети посещают те люди, которые уверуют в Аллаха и Судный день. Среди почестей, которым Всевышний наделяет таких людей, это вселение в их души особого блаженства, спокойствия, ощущения счастья уже в этом мире. Человек, который привык проводить время в мечетях, испытывает чувства, которые он не может передать словами. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит: есть 7 категорий людей, которые в Судный день будут наслаждаться в тени арша, когда не будет иной тени. Среди них справедливый имам, справедливый правитель, юноша, который растет в поклонении Всевышнему Аллаху, и человек, чье сердце привязано к мечетям, и 2 человека, которые полюбили друг друга ради Всевышнего Аллаха. И мужчина, которого соблазнила красивая женщина, и он отказался, сказав: «Я боюсь Всевышнего Аллаха». И человек, который дает садака в таком виде: одна рука дает, а другая не видит. И человек, у которого при поминании Всевышнего Аллаха текут слезы. Почему столь велико значение мечети? Ведь Всевышний для молитвы сделал пригодной всю землю. Мечеть не только для молитвы. Это особое место в мечети, особое воздаяние, атмосфера. Потому что здесь встречаешься с братами по вере. Мы здесь понимаем и познаем друг друга, приобретаем знания, слышим речь Всевышнего Аллаха и сунну пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и о жизни праведных предков. Вот поэтому Всевышний особо одаривает тех, кто посещает мечети. В хадисе сказано, саллиллаху алейхи ва саллям, пророк, всякий раз, когда они отправляются в мечеть, Всевышний готовит пристанище им в раю. Уважаемые братья, что же может сравниться с этим? И что касается этики пребывания в мечети. Первое, надо возвеличивать мечети, дома Аллаха. Есть хадис пророка, саллиллаху алейхи ва саллям: мечеть – это дом каждого богобоязненного мусульманина. Второе, строить и оберегать мечети. В хадисе сказано: тому, кто воздвигнет мечеть ради Аллаха размером с гнездо птицы или же меньше, Всевышний построит дом в раю. Если нет возможности построить мечеть,
есть возможность относиться к имуществу мечети бережно. Некоторые думают, что в мечети нужно порядок навести только завхоз или другие работники. Мы часто видим холодное отношение со стороны прихожан. Сподвижник Тамим ад-Дари, пророка саллаллаху алейхи ва саллям, будучи в Сирии, он купил для мечети пророка саллаллаху алейхи ва саллям светильники и масло для них. Он принес их в мечеть и велел повесить и зажечь. И это совпало с пятничным днем. Вечером пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел, как горит свет в мечети. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил, кто это сделал. Ему сказали, это сделал Тамим ад-Дари. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, о Тамим, ты осветил ислам. Да озарит Всевышний Аллах тебя в этом мире и в вечном жизни. Если бы у меня была бы дочь, я бы ее выдал за тебя. Вот так сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, этому сподвижнику. Делать что-либо другое доброе для мечети – один из величайших богоугодных поступков. В нашей мечети не должно быть хуже, чем в наших жилищах. Во все времена мечети были лучше, и они всегда были выше, чем жилища. Третья этика – подготовка к походу в мечеть. Идти в мечеть нужно после полноценного омовения, использовав сивак с остриженными ногтями, расчесавшись, одев красивую одежду, умастив себя благовонием. А купаться же в пятничный день, некоторые алимы считают, что это обязательно, а некоторые считают, что это суннат муаккад. В хадисе посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, тому, кто очистится у себя дома и отправится в один из домов Аллаха для исполнения. Четвертое – вхождение в мечеть. Заходить в мечеть желательно с правой ноги. Произнеся «Бисмиллахи Аллахумма салли аля Мухаммад, Аллахумма фтахли абуаба рахматик». Пятое – совершение двухракатной тахият намаз. Намерение для этого делается следующим образом. Я намерен совершить двухракатную желательную молитву приветствия. Также можно совершить любой другой намаз, и за это он получит вознаграждение, как за тахият тоже. А это вот тахият намаз и другой намаз нужно совершить, прежде чем сядешь. А если нет возможности совершить намаз, и тогда ему желательно произносить «Субханаллахи вальхамдулиллахи, валя илляха илляллаху, валлаху акбар, валя хавла, валя куввата илля биллахи лалии лалим». Шестое у нас этика – очищение обуви. Надо посмотреть, не грязна ли твоя обувь. Почистить ее перед входом в мечеть и поставить в надлежащее место. Ни в коем случае не позволять себе пачкать мечеть своей обувью. Седьмое – воздержание от чеснока, лука и сигарет. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, тот, кто употребил чеснок или лук, или редьку, пусть он не приближается к нашей мечети. Воистину, ангелы брезгают от того, от чего же брезгают люди. Восьмое. Остерегать повышать голос в мечети. Надо остерегаться от этого, даже если читаешь Коран. Мы не должны создавать помех поклонению других людей. А некоторые мусульмане, к сожалению, ведут себя в мечети, как в переговорочном пункте. И это грубейшее нарушение этики. И еще бывают моменты, когда человек читает так громко молитвы во время намаза, что даже впереди стоящему имаму это мешает совершать намаз. Надо это читать шепотом. Также адабом является выключение телефонов, чтобы телефон не был в громком связи. И девятое,
Также надо остерегаться споров внутри мечети. Также запрещается расспрашивать о пропаже. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если увидите человека, который ищет пропажу, вы скажите этому человеку, да не возвратит Всевышний тебе то, что ты потерял». Также запрещается расспрашивать о торговле внутри мечети. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если вы увидите человека, ведущего торги внутри мечети, скажите ему, да не будет прибыли в твоей торговле». Десятое. Также нежелательно сидеть в мечети, обхватив колени руками, выпрямив ноги в сторону кыбли и водить пальцами между пальцев. В хадисе передано от Абу Саида Аль-Худри, радиаллаху анху: «Однажды я с посланником Аллаха и Абу Саидом зашли в мечеть. Кто-то сидел в середине в мечети в таком позе. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалам, указал на него, а этот человек не понял намек пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал: «Когда кто-либо из вас находится в мечети, пусть он не складывает пальцы меж пальцев. Поистине, это от сатаны». И 11. Выход из мечети после азана. Уважаемые братья, это крайне порицается, когда прозвучал азан, а мы, не зайдя в мечеть или дожидаясь джамаата, выходишь из мечети, не совершив намаз. 12. Вся прилегающая территория к мечети тоже достойна уважения. Берегите мечети, это для нас второй дом. Да поможет Всевышний Аллах нам соблюдать этику в доме Всевышнего Аллаха. رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة.